1 октября председатель Совнаркома Союза СССР товарищ Сталин дал обед в честь английской и американской делегаций на конференции трех держав. На обед прибыли председатель английской делегации лорд Бивербрук, председатель американской делегации господин Гарриман и посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Штейнгарт. Посол Великобритании в СССР господин Крипс. Товарищ Вышинский. Адмирал Кузнецов. Товарищ Шахурин. Советский посол в Соединенных Штатах Америки, товарищ Уманский и товарищ Литвинов. Члены и эксперты делегаций, чины английского и американского посольства. Тесное сотрудничество трех великих держав открывает новый этап в борьбе за общее дело свободы и независимости народов всего мира. Командование Энской танковой бригады разработала план наступления. Срочный приказ из штаба. По машинам! Советские танки выходят на огневую позицию. Стремительным броском достигнут передний край обороны противника. Где прошли стальные крепости. За Родину! За Сталина! Преследуя фашистов, танки глубоко проникли в расположение отступившего врага. Работали вязальщицы чувашского колхоза имени 1 мая так дружно и хорошо. Их работа в эти дни стала делом чести для всего колхоза. Теплые варежки и носки — подарок бойцам Красной Армии. Клеопатра Алексеевна Чернова вышила полотенце. «Будь героем!» — призывает она неизвестного, но родного и близкого ей защитника Родины.
широко развернулся сбор теплых вещей среди трудящихся Киргизии. На руднике Кызылки Я уже собрано много валенок, полушубков, шерстяных носков и фуфаек. Получив эти вещи, советские воины не раз помянут добрым словом своих друзей-патриотов в тылу. Колхоз «Червоный хлебороб». Здесь, как и во многих украинских селах, создан свой истребительный отряд. Колхозные шорники взялись сделать для отряда боевые казачьи седла. Колхозные кузнецы отковали своим воинам холодное оружие. Замечательный клинок. Так и хочется рубануть им по фашистской башке. Получайте, братцы, бейте крепче гадов-фашистов! Отряд готов к боевым действиям. Командиром назначен опытный боец, участник гражданской войны Никита Артемович Ткаченко. Перед походом колхозники давали отряду наказ. Не жалея сил, защищайте родную землю от германских злодеев.